не готовы открыть все тайны, но какую-то завесу мы сейчас вам приоткроем. Что у нас будет? Скрывают детали, но не скрывают радость. Капитальный ремонт в Теремке вышел на новый уровень. После демонтажа старых конструкций в помещениях приступили к отделке. Сердце театра, зрительный зал, пока ждет своего часа. Перед покраской здесь нужно смонтировать все технические узлы. Вот здесь у нас будет лифт. Из склада декораций механически будет поднимать все сразу на сцену. Пришлось под него тоже ломать половину перекрытий, заново создавать. Все это усиливаем, все это делаем. Этого раньше не было? Нет, этого раньше не было. Это современные решения, и это то, что, о чем мы мечтали, и что мы вот сейчас смогли воплотить в жизнь. Полностью обновят не только сцену и зал. Проводка, вентиляция, система противопожарной сигнализации. По словам руководства театра, от прежнего теремка останутся лишь стены. Даже портреты актеров представят в новом формате. Перемены стали возможны в рамках национального проекта «Культура». Он был рассчитан у нас на 2 года, то есть 2020 и 2021 год. Но Министерство культуры в 2019 году уже выделили нам денежные средства в размере 60 миллионов рублей для того, чтобы уже проект начался в 2019 году. По прогнозам специалистов, работы будут завершены уже в декабре текущего года. На это рассчитывает и руководство театра. Ведь после ремонта еще нужно будет привыкать к новому зданию. Вдвойне мы рады, что этот проект идет сейчас, что капитальный ремонт будет закончен в этом году, потому что следующий год у нас юбилейный. Театру будет 85 лет в ноябре, 4 ноября 2021 года. И мы с радостью примем гостей. К этому времени артисты театра уже обживут обновленные, но родные стены. А пока новый театральный сезон для них начнется в Доме работников искусств. Сюда театр переехал на время ремонта. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов 24.